Всем привет, с вами Ростиксон, и сегодня я расскажу вам о Binance, детально о BSD и его пользе. А пока поставь лайк и оставь комментарий. Да, я очень люблю лайки и отвечаю на все комментарии, но это нужно для того, чтобы алгоритмы YouTube продвигали мое видео, и о крипте узнало больше людей. Также один из спонсоров этого видео – мой телеграм-канал, где я хвастаюсь прибылями, иногда убытками, да и вообще там вы узнаете первыми, что я хочу сделать. Ну а теперь начинаем! Напомню, что Binance является лучшей биржей в мире по большинству параметров, и ее дневные торговые объемы достигают 112 миллиардов долларов, а это гораздо больше, чем у ее ближайших конкурентов. Binance – это целая экосистема со своим токеном, который постоянно развивается. Но в этом видео хочу подробно рассказать о BUSD – Binance USA Dollar Stablecoin, регулируемая стабильная монета Департамента финансовых услуг Нью-Йорка. Это видео будет охватывать абсолютно все, что вам нужно знать о BUSD. Что такое BUSD? Почему был создан BUSD? Почему вы должны использовать BUSD? И где вы можете получить BUSD? Прежде чем начать, поставьте лайк! Спасибо! По такому случаю розыгрыш 20 долларов в токенах BUSD. То есть два человека выиграют по 10 долларов в BUSD. Что нужно сделать? Подписаться на меня, поставить лайк и оставить комментарий. Вступить в мой телеграм-канал, где я и проведу розыгрыш. Назначу время заранее и сниму разыгровку одним дублем. Так что все будет честно. Два рандомных комментатора выиграют по 10 долларов. BUSD – это стабильная монета. Если вы не знаете, что такое стабильная монета, то она не имеет ничего общего с сахарной ватой, да и с сахаром тоже. И BUSD нельзя использовать для покупки сахара или сахарной ваты. Да, это была хорошая шутка, дайте мне знать о ней в комментариях. BUSD – это доллар США в Binance. Стейблкоин. А стейблкоин – это монеты, которые утверждают, что они обеспечены фиатными валютами или золотом для стабилизации их цены. И есть также другие основные монеты, которые являются алгоритмическими монетами, которые используют алгоритмы для поддержания цены с помощью смарт-контрактов. Да, это становится немного сложно, разберу это через пару минут. BUSD – это фиатная стабильная монета, которая поддерживает привязку к доллару США. И сумма в долларах США, равную запасу BUSD на хранении у Paxos, действующего в качестве своих резервов в банках США, застрахованных в ДИК. Хорошо, вот разбивка. Один BUSD всегда будет равен 1 доллару США. Paxos выпускает BUSD и хранит все необходимые доллары США в банках США, застрахованных в ДИК. BUSD – это стабильная монета, которая обеспечена на 96% наличными деньгами и 4% казначейских векселях США. Paxos использует технологию блокчейна, чтобы предлагать свои стабильные монеты в качестве сервисного продукта внешним компаниям, таким как Binance. Итак, BUSD был создан в партнерстве Binance с Paxos. Больше о стабильных монетах. Стейблкоин – это мост между фиатом и криптовалютами. Это потому, что проще продавать или перемещать деньги в криптовалюте. Поэтому нам нужны стабильные монеты. Еще одна причина в том, что когда рынок кажется нестабильным, некоторые люди будут обменивать свою криптовалюту на стабильные монеты, чтобы избежать волатильности и сохранить прибыль. 6 августа 2020 года BUSD был внесен в утвержденный зеленый список Департамента финансовых услуг Нью-Йорка. Это просто дает большему количеству людей доступ к использованию BUSD. Очень хорошо быть регулируемой монетой, так как можно быть и в централизованной сфере, так и в децентрализованном мире финансов. Почему был создан BUSD? Он был запущен в 2019 году, чтобы создать стабильную монету, которая была бы полностью обеспечена долларами США и которая была бы регулируема, чтобы люди больше доверяли криптовалюте. К вашему сведению, эта цель была достигнута, и капитализация BUSD уже достигла более 12 миллиардов долларов. Почему вы должны использовать BUSD? На всех торговых парах BUSD – льготная комиссия, об этом мало кто знает. Но можно сэкономить приличную сумму, особенно если вы торгуете часто. Так что торгуйте в парах с BUSD, их очень много. Нулевые сборы за вывод в сети BEP20. Я часто вывожу стейблкоины, раньше мне приходилось платить комиссию, тут же комиссия равна нулю. Как можно использовать BUSD?
Его можно стейкать, получать новые монеты, держа BUSD в лаунчпулах. Приведу пример. Как-то давно был риф на лаунчпуле Binance, и тогда я нафармил сколько-то монет благодаря BUSD и продал их в момент листинга и заработал более 25 тысяч рублей благодаря лаунчпулу. Это было одно из первых моих знакомств с лаунчпулом. Еще очень много способов получать пассивный доход за пределами Binance, но в ее экосистеме, в DeFi проектах и тому подобном. Сейчас вы видите лишь часть проектов, где вы можете использовать BUSD. Где взять BUSD? Его можно купить через Binance P2P, отправить фиат и получить BUSD. Купить карты или закинуть фиат на биржу и купить BUSD в торговой паре с рублем. Из этого видео вы узнали, что BUSD регулируется Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк. Средства BUSD хранятся в банках США, и BUSD обеспечен на 96% наличными и 4% в казначейских векселях США. Если это видео было полезно, поставь лайк. Если ты еще не торгуешь на Binance, то регистрируйся по ссылке, и у тебя будут вечные скидки на комиссию. Удачи, будьте аккуратны, это рынок крипта, можно все потерять, поэтому фиксируйте прибыль. Вот я ее фиксирую.